На борту сбитого ополченцами под Луганском Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли, сообщает сайт Генеральной прокуратуры Украины. Ил-76 украинских ВВС заходил на посадку в аэропорту Луганска в ночь на субботу. На сайте Минобороны сообщается, что транспортник перевозил личный состав с целью ротации в зоне силовой операции. На борту находились военнослужащие, снаряжение и продовольствие. По данным, на этот час со стороны ополченцев был открыт огонь из зенитных орудий. В Луганске сохраняется напряженная ситуация. В ночь на субботу вертолеты ВВС Украины атаковали блокпост возле поселка Счастье. Он под контролем армии Юго-Востока. Взрывы были слышны и в другой части города, станице Луганской, где ополченцы охраняют 2 стратегически важных моста. Нацгвардия Украины базируется рядом с городом Нижняя Ольховая. Там большое количество танков, артиллерии и личного состава. Их задача, предположительно, отрезать Луганск от границы с Россией и взять его в кольцо.